Жалоб на невыплату заработной платы в Ноябрьске до сих пор много. На сегодняшний день работодатели задолжали своим сотрудникам почти 12 миллионов рублей. Такие данные привел Департамент экономики администрации города на очередном заседании антикризисного штаба. Однако, как говорит статистика, гораздо больше они должны пенсионному фонду. 980 предприятий не доплатили страховых взносов на сумму почти 400 миллионов рублей. 44 из них должны ведомству свыше 500 тысяч. 7 уже на грани банкротства, а вот с уплатой налогов ситуация гораздо лучше. Сегодня юридические лица и индивидуальные предприниматели должны городу 56 миллионов 600 тысяч рублей. Это лишь 1,5% от суммы уплаченных налогов. Добавлю, она составила свыше 3 миллиардов рублей.